Приветствую всех на своем канале. Ну что ж, на ночь глядя, решил снять еще один обзор продолжение темы фигурок. Вот, на этот раз всем известный монстр моделей из пластика. Китайская фирма Dragon. Немецкая, значит, команда. Ну, или расчет полевой гаубицы. В данном случае 180-миллиметровая пушка. Вот такой расчет. Набор чисто с фигурками. Набор премиум эдишн. То есть уже говорит о том, что набор ништяковый. Что мы и видим, в принципе, на боковушки коробки. Значит, здесь есть снаряды со взрывателем и без. Значит, есть вот такие тубусы. Да, я так понимаю, это индивидуальная упаковка для каждого из снарядов. Вот. Такие, значит, они в разложенном виде. Может, это мат какой-то, да, представлял собой. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что это такое. Вот. Предстоит разобраться. Ну и, значит, банник здесь вот такой изображен. С остальных ракурсов у нас сам расчет из 5 человек изображен. Ну и вот здесь увеличены уже эти картинки. И также типа ништяковое такое снаряжение. Так как бывает в наборах Ген 2, да, с различной пехотой у Драгона. Ну что ж, давайте быстренько глянем. Времени немного у меня на моем аппарате для съемки. И первонаперво вот такой лист. Инструкция по сборке фигурок и их окраски вместе, значит, здесь. Как мы видим, фигурки можно собирать в различных позициях, как со снаряжением, так и без. У каждой фигурки есть несколько вариантов сборки. Ну вот. Поэтому набор уже такой очень интересный, универсальный. Я думаю, что можно не только с данной пушкой, да, использовать, которая на буксарте изображена, но и использовать как-то более широко этот набор. Ну что ж, вот не буду из пакета доставать. Стандартно для Ген 2 набор экипировки. Каски, фляжки, лопатки саперные в чехлах. Да, они уже еще находятся. Противогазные бачки. Значит, бачок для еды, различные ножи, как зачехленные, так и нет, вот здесь присутствуют крышки для фляжек отдельно. В общем, такой хороший бонус, который присутствует в наборчиках Ген 2. Вот. Следом, значит, я достану еще одну плату из этой же серии. Здесь уже у нас различные подсумки, сухарные сумки изображены, да, кобура в открытом виде есть, также подсумочки в открытом виде для различных видов оружия. Вот, в принципе, все очень богато довольно таки. Вот два таких приятных литничка в наборе присутствует у нас. Далее идет литник у нас со снарядами для вот этого орудия. 180-миллиметровые, да, снаряды. Банник из двух частей. Тоже очень хорошо. Далее у нас идет вот такая вот, вот такой пакетик на картоненке. Давайте уж раскрою, что там.
всего все равно доставать придется рано или поздно. Мне не жалко. Здесь у нас идут, я так понимаю, альтернативные руки. Четыре пары альтернативных рук. Вот эти самые тубусы в закрытом виде. И вот эти самые тубусы в развернутом виде. Ну, я не знаю на самом деле, почему так сделано. Может быть, потому что, конечно, вот эти вот коврики нужно будет задавать им какую-то форму, да. Сделано это все, вот эти желтые детали, они сделаны из резины. Для меня это, конечно, несколько необычно, интересно и, может быть, как-то с какой-то стороны неудобно, что это из резины. Ну, красить резину я уже говорил, что можно только масляными красками. А так это довольно-таки приятный бонус. Посмотрим в дальнейшем, что с ним сделать. Ну и вот здесь у нас основной литник с фигурками. Я его, пожалуй, достану тоже. Вот. Достану. Ничего страшного. От потери упаковки товарный вид не теряется, как мы знаем. В соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну вот. Что же у нас здесь есть? Основной литник с фигурками. Противогазные бачки, ножики, каски, различные подсумки здесь. И самое главное, что я увидел, да, когда раскрывал уже этот набор, не на видео, а так предварительно смотрел, фигурок-то у нас не 5, а целых 6. То есть можно посчитать, да, вот 6 тушек и 6 голов, 6 пар ног. Какая из этих фигурок лишняя, я пока еще не понял. Предстоит разобраться. Но, тем не менее, фигур у нас целых 6, а не 5. Это очень приятное такое открытие, неожиданность. Мне лично это очень понравилось. Вот. И также у нас идет вот 6 пар на одном литнике рук. 6 пар рук на другом литнике. Что тоже является очень и очень приятным бонусом. Дает возможность разнообразить этот набор. Как-то видоизменить его. А может быть, применить на каких-то других фигурках, да, в качестве конверсии. В целом набор очень и очень шикарен для наборов с фигурками. Про качество литья я ничего не буду говорить. Драгон — это драгон. Фигурки очень крутые, как обычно у драгона, для пластика. То есть всегда на хорошую такую пятерку, я бы сказал. Поэтому здесь сомневаться не приходится. Здесь, конечно, вот самое главное содержимое этого набора. Ну, во-первых, помимо того, что набор богат, да, и вот обо всех плюсах я уже, в принципе, так рассказал, данные фигурки, в принципе, можно использовать не только как расчет орудия, да, в принципе, их можно использовать и как просто там пехоту вермахта, вложив им в руки различное оружие, навесив различную экипировку, уже там не характерную для артиллеристов, а для пехоты. И, пожалуйста, разгул фантазии вашей здесь уже каких-то ограничений просто не содержит. Поэтому всем набор рекомендую, если позволяют средства, деньги, да, и потребности у вас есть в таком наборе, то однозначно рекомендую. На этом у меня все. Всего доброго, до свидания. Надеюсь, было полезно.